Забирай. Полностью разрушено оборудование, которое отвечало за световую поддержку. Поэтому было принято решение временно демонтировать памятник и провести капитальную реставрацию инсталляции. Будем снимать 3 свечи, потому что все оборудование, электрооборудование, пришло в негодность. Будем его восстанавливать. По месту это невозможно. Будем отвезем все на базу. И все на базе восстановится, будем восстанавливать потом все здесь на месте. В процессе реставрации будут обновлены места крепления композиции и полностью заменена электропроводка. По словам специалистов, рабочее напряжение оборудования будет снижено с 220 вольт до 12. Делается это в целях безопасности, ведь в первую очередь в этом сквере отдыхают родители с детьми. Но самое главное, будет восстановлена идея стелы, которая была разрушена вандалами еще 10 лет назад. После установки светодиодной подсветки инсталляция будет смотреться таким образом, что свечи оживут. В темное время суток возникнет эффект пламени, горящего на ветру.